Сегодня Рамазан Абдулатипов, день проведения последних госэкзаменов основной волны, посетил ситуационно-информационный центр по вопросам проведения ЕГЭ. Руководитель республики поблагодарил главу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергея Кравцова за совместную работу по организации ЕГЭ. По словам Абдулатипова, в этом году Рособорнадзор не просто фиксировал нарушения, но помог качественно провести экзаменационную кампанию. Кравцов подтвердил, что в этом году в большинстве регионов, в том числе и в Дагестане, единый госэкзамен проходил максимально честно.